Викави. Энтони, повернись. Ты на камере. Мой красавец такой, Жаботинский. Тунь у нас будет легкоатлетом, да? Или тяжелоатлетом? Боже, какая сказка. А эти стрекочут. А эти стрекочут. Мальчик мой золотой. Алла говорит, каждый день. Ты каждый день меряешь свой рост. Как часто ты измеряешь свой рост? Тони, как часто ты рост меряешь? Каждый день? Каждую неделю? Тебе надо штангой будет заниматься. Ага, заметочки делает. Он вырастет большой-большой мальчик. Высокий, красивый. Он уже красивый. Мое солнышко. Закончил на 5 с плюсом закончил школу. Молодец мой золотой. С какого парень года? С какого парохода? И на каких морях ты побывал, моряк? Ленты за плечами, как флаги за кормой. Смело отвечает товарищ молодой. Эх, мои друзья со флота, недавно из похода, 11 недель. Прара на воде, с водопада падали, сидели на мели. Эх, сколько мы товарищей хороших завели. Эх, сколько рыбы съели, да сколько песен спели. Одних пятнистых щук 40 штук. Вот песни помню. Это был лагерь. Это был лагерь в Алуште. Мне было 7 лет. И до сих пор я помню всю эту песню. Вот то, что не надо, откладывается в голове. А то, что надо, уходит в безбрежную даль. Ай, какая сказка. Вот люди привели деток. И вот 3 гарда. 5 гардов. 5 лайфгардов. 5 спасателей на всякий случай. Иду. Это чтобы с детками, не дай бог. Ну, тут, собственно, случилось. Я не подстилочку и забыла самое главное, крем, без которого я жить не могу. И забыла средство для загара, от загара. Как сказать, санблак. Ух ты, там кто-то просто ползает. Кто там? Надеюсь, не крокодил. Так, открываем. Открываем. Вон нам целую машину пепси-колы привезли. Этими защитными кремами никогда не пользуюсь. У меня сколько лежали они, я сколько раз покупала, лежали. Год пролежит, я выброшу. Вот снова купила. И тоже ни разу не пользовалась еще. Не знаю, как-то вот сколько бываю на пляжах, никогда не пользуюсь. Почему-то у меня какое-то такое отношение к этому. Не знаю, мне кажется, это ни к чему. Можно просто пить. Тут идет самоочищение водой. Очень сильный источник бьет из-под земли. Вода просто, как слеза. А вон мои красотки, красавчики. Таняшкин мой любимый. Боже, как я его люблю. Сонечко мое, загоревший такой, красивый такой. Давай, ныряй, я тебя сниму, как ты ныряешь. Прыгай, иди прыгни. Или отсюда, или оттуда. Давай, вот отсюда. Только вниз туда слезь, сверху не прыгай, потому что очень высоко. Я ну давай. А, горячо ногам. Давай, иди, пошли. Пошли, я тебя сниму. Пошли скорее. Это не здесь не горячий. Ну, это были вот на желтеньком, там, где краска покрашена, там очень горячо. Нет, вообще не горячо. Так, вообще пошли. Совсем-совсем не горячо? Нет. Ты что ли будешь здесь? Где ты будешь прыгать? И я с тобой тоже прыгну. Я за тобой следом прыгну. Вот тут камней нет. Вот тут камней нет. Там не надо. Там камни, там не надо. Вот тут можно прыгнуть. Только на голову не прыгни, деткам. Не будешь спускаться вниз? Давай, умничка моя. Давай. Итак, я снимаю. Давай. Первый пошел. Давай. А мне горячо стоять. Давай. Давай, бомбочкой. Молодец. Такой красивый. Ну ты молодец. Ой, I'm sorry. Sorry. Молодец. Иди вот там дырку в ту нырни. Давай.
вон какой поток воды, какой сильный. Надо против него плыть, еще выплыть. И вон она, эта сама дырка. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ай, как красиво. Марианская впадина. Здорово. А покажи слайд, как ты слайдишь. Он нашел каталку. Он становится и катается. Этот камень такой скользкий. Он такой покатый немножко. Вот он становится и катается. Давай. Мое солнышко. Какая вода. И вот это место лучше, чем океан. Честное слово. Я так иногда на океан собираюсь, а потом думаю, зачем оно мне надо? Я лучше поеду на Спрингс, на Викайву, на вот этих, тут их несколько. На Александр Спрингс или на Блю Спрингс или Келли Парк. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне надо камеру куда-то положить. Пошла прыгать тоже. Давай, ныряй, я тебя сниму, как ты ныряешь. Прыгай, иди прыгни. Или отсюда, или оттуда. Давай, вот отсюда. Только вниз туда слезь, сверху не прыгай, потому что очень высоко. Я отсюда там. Ну давай. А, горячо ногам. Давай, иди, пошли. Пошли, я тебя сниму. Пошли скорее. Это не горячий. Ну, это были вот на желтеньком, там, где краска покрашена, там очень горячо. Нет, вообще не горячо. Так, вообще пошли. Совсем-совсем не горячо? Нет. Ты что ли будешь здесь? Где ты будешь прыгать? И я с тобой тоже прыгну. Я за тобой следом прыгну. Вот тут камней нет, вот тут камней нет, там не надо. Там камни, там не надо. Вот тут можно прыгнуть. Только на голову не прыгни, деткам. Не будешь спускаться вниз? Давай, умничка моя. Давай. Итак, я снимаю. Давай. Первый пошел. Давай. А мне горячо стоять. Давай. Давай, бомбочкой. Молодец. Такой красивый. Ну ты молодец. Ой, I'm sorry, you. Sorry. Молодец. Иди вот там в дырку в ту нырни. Давай. Вон какой поток воды, какой сильный. Надо против него плыть, еще выплыть. И вон она, эта сама дырка. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ай, как красиво. Марианская впадина. Здорово. А покажи слайд, как ты слайдишь. Он нашел каталку. Он становится и катается. Этот камень такой скользкий. Он такой покатый немножко. Вот он становится и катается. Давай. Мое солнышко. Какая вода. И вот это место лучше, чем океан. Честное слово. Я так иногда на океан собираюсь, а потом думаю, зачем оно мне надо? Я лучше поеду на Спрингс, на Викайву, на вот этих, тут их несколько. На Александр Спрингс или на Блю Спрингс или Келли Парк. Сейчас, сейчас, сейчас. Мне надо камеру куда-то положить. Пошла прыгать тоже. Тони сам с собой соревнование. Все дальше и дальше, дальше. Он под водой проплывает вот туда. Итак, давай. Хорошо, дыхание. Давай, дыхание. Ручки вверх. Ныряем головой. Пошел. И вот он должен проплыть под водой до
до лестницы. Давай, 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 мое солнышко. Давай, 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 хватит, тебе хватит. Сейчас на теток наткнется, сейчас на теток наткнется. Давай, 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 давай. Ой, у меня. О, какой молодец. Вот это да! Вот это молодец. Ну просто герой. Молодец. Какой он умничка. Ты посмотри. Сказал, сделаю, сделаю. Я ему говорю, ты через неделю станешь, он говорит, я это сегодня сделаю. Да, у нас в школе был какой-то там в субботу, типа как, ну, детям сделали загибки. Тони, вообще супер. И он в футбол, он как встал на ворота. Подожди минутку, дай немножко дыханию. Отнеси, послушай, мама рассказывает, как ты на воротах стоял в школе. Ты мне скажи, пожалуйста, ты когда подплывал, тебе уже сильно нужно было воздух или еще тебе хватало? Хватало. Ты мог еще подальше, да? Сейчас мама расскажет, и пойдешь снова. Пришли на этот игрок, а там ворота. Им, оказывается, в школе не давали играть на это самое, в футбол, потому что там кто-то кого-то ударил, опасно, короче. И тут же, ну, с родителями все разрешается. И там были ребята, называется Happy Feet. Ага. Это самое, как бы, ну, тренажерная, тренировочная команда. Они принесли свои мячи, свои ворота. Но у нас там большие ворота в школе есть. Они потом поставили. Этот как встал на ворота, он 2 часа он оттуда не выходил. Ко мне подходит мужик, говорит, он у вас где-то занимается? Я говорю, нет. Подходят эти ребята через полчаса. Он у вас занимается где-то футболом? Я говорю, нет. Он говорит, я первый раз в жизни вижу ребенка. Сколько ему лет? Я говорю, дядь. Чтобы ребенок столько времени провел на воротах, он отбивал все мячи. Причем он сосредоточился, знаешь, такой, как было, знаешь, сосредоточился. Но он молодец, И так это. В итоге эти мальчики, 2 мальчика, стали возле него и начинают ему показывать. Антон говорит, смотри, ты отбиваешь, ты поломаешь ручки. Вот так держи руки. Они его начали учить, как этот самый. Они взяли наши все данные. Тонкостям футбола. Они наши все данные. Мы вам пришлем эти предложения, мы вам пришлем это самое. Вот, чтобы вы должны его отдать на футбол. И мы такого, говорит, никогда не видели. Значит, отдай как-то. Давай, давай, мой дорогой, давай. Давай. Какой умничка. Я его еле сводила покушать, слышишь, мне это, ну, попить что-то и покушать, и жара вот такая, как всегда. А так он по жаре по такой стоял 2 часа? 2 часа. Вот так, еще, давай, знаю, давай, умничка моя. Вот так вытираю, и дальше он... Моя солнышко. Вот так, немножко животиком. Немножко животиком. Смотри, 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 как долго ему плыть. Смотри. Не каждый взрослый проплывет. Смотри, смотри. Моя ты солнышко, мое ж ты солнышко. Давай, 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 еще немножечко, давай. Давай еще капельку. Давай, давай. Еще. Ой, ты моя сласточка. Ой, ты моя солнышко. Вот молодец. Ой, я ж прямо. Я ж сама дыхание. Ой, какой молодец. А начал вот отсюда, он прыгнул отсюда, доплыл. Я говорю, доплывешь, доплыл, потом отсюда прыгнул, потом оттуда. И смотри, он уже куда пошел. Ну туда. Тони, быть тебе чемпионом. Это точно. Антоша, уже живот красный, я не набил живот. Остановись, все, пока подожди. Ты прыгай, ты все-таки, когда прыгаешь, перед тем, как прыгать, ты учти. Тебе нужно хорошо подпрыгнуть на ножках, именно спружинить. И потом перевернуться головой, не животом. Об снова пошел. Он же добился чего-то, ему хочется еще дальше, дальше и дальше. Молодец. Мы с ним ныряли вместе, дыхание держали по 20 секунд. Больше я не выдержала. А в детстве, в юности мы ныряли, я 60 секунд выдерживала. Минуту была под водой. Еще, молодец, молодец. Давай, давай. Умница моя. Давай. Давай. Вот, смотри, видишь, как хорошо нырнул? Он уже животом не ударился. Ну, у него с каждым разом будет все лучше и лучше. Смотри, как хорошо. И он же старается быстро плыть, потому что он понимает, воздуха не хватает. Ему нужно быстрее, 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 потому что воздуха же не хватает. Моя ты солнышко. Ну, слушай, ну он у тебя... Yes! Тони, yes! Все. Yes! Молодец. Молодец, умница. Все, хватит, а я что? Я... Сади, пускай отдыхает. Ну, я как сади? Мы сейчас... будем посмотреть. А мы пойдем сейчас с ним поплаваем. Мы пойдем просто поплаваем сейчас с ним. Да. Я тоже с вами иду. Очень молодец, молодец, молодец. Все, пошли, это жарко. Тихо, тихо, тихо. Кто давится? Ты что? Наш перекус. Чипсы. Да. А, это персики. А, они берутся.
Кто дерется? И вот я много раз рассказывала, что здесь во Флориде есть специальный закон о том, что все паблик, где доступ к воде, к любым бассейнам в воде, гостиница, где бы ни было, паблик, тут нужны необходимые вот такие вот кресла, которые спускают инвалидов на воду. Вот сейчас дядечка подъехал, я смотрю, я плавала, смотрю, они готовятся. Вот это вот инвалидное кресло, вот этот полненький мальчик, он нажал кнопочку, оно поднялось из воды. Вот он сейчас переоденется и сейчас сам пересядет на это кресло. И сам себя спустит в воду. Вот еще раз. А, он даже может привстать. То есть он даже может на ножках привстать. И сейчас он пойдет, сядет на это кресло, сделает два шага, сядет на это кресло и опустится в водичку. Вот он уже сел в это кресло. И ему помогли. И вот сейчас мальчик нажмет кнопочку, или он сам нажмет кнопочку. И он попадет в воду. Поплавает, также сядет на это кресло, также поднимется наверх и пересядет свое инвалидное кресло. Вот такие вот есть во всех бассейнах, во всех фитнесах, фитнес-центрах, где есть бассейны. Там обязательно кресло. Даже такое кресло есть в джакузи. У нас в LA Fitness есть джакузи и бассейн. И вот джакузи, казалось бы, маленькая такая ванночка, но там тоже вот такое кресло стоит. И на бассейне стоит такое же кресло. То есть во всех бассейнах, во всех гостиницах, везде, где есть вот паблик, как сказать, общественный доступ к бассейну. Дома вы себя такое можете не делать в своем бассейне. Ну, вот сейчас его поворачивают. Вот его сейчас и... И вот так вот он спускается в водичку. Все. Вот это забота о людях. У меня других слов нет. Вот она, забота о людях. Я много раз говорила, что пенсионеры здесь живут полноценной жизнью. Ничем не хуже, чем живут здесь люди, которые, как сказать, без физических недостатков. Все, вот он сейчас поплавает на круге. И вернется, сядет в кресло и поднимется наверх. God bless America. Так, пошли гулять. Пошли, коль я уже ушла оттуда. Уже пошли погуляем немножечко. У меня очень много видео из этого парка, но каждый раз что-то какие-то новые моменты. Я хочу сказать, сюда я прихожу уже который сотый, 200-й, 300-й раз, может быть, я не знаю, за все это время. И постоянно кайфую, постоянно получаю удовольствие, постоянно что-то новое нахожу. Тут у нас есть медведи. Я когда-то столкнулась с черным медведем вот на такой дорожке. Это было в Келли-парке. Не здесь. Мы завтра поедем с Аллочкой и Стони в Келли-парк. Солнечная батарея. Сент Джонс Ривер. Да, вот этот источник, он впадает в Сент Джонс Ривер. Так, кого-то я увидела, кто-то там сидит. Черепаха. Зеленая черепаха. Как арбузик. Надутая, как арбузик. Загорает. Красотка моя. Как каска. Немецкая каска. Хорошо, ей сидит. Цикады поют. А вот еще одна. А вон еще одна сидит. Ой, ну какое красивое же место. Ну какое же красивущее просто место. Ну по-другому просто не скажешь. Сегодня у нас, по-моему, среда. Да, сегодня среда. Людей должно быть не очень много, но все равно парк почти заполнен. А субботу, воскресенье сюда не попасть. Сюда надо приезжать, наверное, в 7 утра или в 8, с тем, чтобы попасть в этот парк. Потому что быстро заполняется парковка, все. Когда парковка заполнена, уже людей не пускают.
А вот там живут, вот там уже, ну вот тут вот, в принципе, вот тут уже, вот уже место для, для диких крокодилов, для живых крокодилов. Вот там громадные аллигаторы живут. Ну это джунгли, это громадные джунгли, это большой массив. А, хотел сказать, ай, горячо, 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 горячо. А, горячо, 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 а, горячо. Ой, ой, ой. Это громадный, хотел сказать, лесной массив. Ну будем говорить лесной массив, потому что джунгли тот же самый лес. Вот часами можно любоваться, стоять, вот на водичку смотреть, как она передвигается, как там маленькие малечки плавают. А тут как заболоченная, кусочек заболоченный. И черепашки, и бабочки, и листочки, и цветочки, и птички. И очень красивые пауки здесь у нас обитают. Так, крокодильчиков нету? Нету. Нету. Paddle это грести весла. Paddling это гребля. Это рай. She gave up. Она сдалась. Она с маленькой лялечкой. С маленькой, не приведи Господь, перевернулась бы лодка и все. И потом ищи свищи. А тут уже плавать запрещено в этом месте. Мальчишки зря, конечно, здесь купаются. Тут крокодилы не пуганые, вот там они пуганые. Там много людей, туда, конечно, они не поплывут, они просто побоятся. Там кафешечка небольшое есть, ну такое переносное как бы кафешечка. Вот я уже подошла к этому месту, где вон дяденька купается, где он спустился на этом кресле. Вот место для инвалида обозначено. Так что... запрещает копать или уносить отсюда какие-либо что-либо выносить отсюда. Это собственность Флориды. Ну, кому надо выкопать, все равно выкопают. Никто за этим не следит, никакого надсмотрщика здесь, конечно, нет. Аллочка ушла куда-то и не вижу ее. Ой, как здорово, пойду снова купаться. Вон Алла с Тони. Нарзанчика дала ему. Уходим. Уходим, покажи рану свою. Покажи, как ты локоток стукнул. Где? Бедненький, вон она кровочка там шла. Ну ничего, он мужчина, он сильный, он вообще никогда не плачет у нас. Все, уходим, отползаем. Нас ждут великие дела. Измазалась вся кремом. Где там мои? Где вы там? Что, холодно тебе? Холодно? А что такое? А что такое невеселый? Не хочу. Уходить не хочет. Ну нам по делам, нам Париж по делу надо. Жары вообще не чувствуется. Ты чувствовала жару? Даже на солнце ты реже загораешь. Ты чувствовала жару? Нет, потому что свежий воздух. Оно чуть-чуть, ветерочек все равно.
И вода холодная, она все равно. Ты замерз, что ли? Давай тебе, давай тебе нажму. Давай, я нажму, а ты мой. Давай. Вот так вот здорово. Молодец.